обеспечить все сельские медучреждения квалифицированными кадрами. Такая задача стоит перед региональными властями. Как реализуется программа «Земский фельдшер» в Цивильском районе, выясняла съемочная группа. Первая бригада на вызов. Эту фразу диспетчер цивильской подстанции скорой медицинской помощи произносит порой десятки раз за день. И значит это только одно. Кому-то стало плохо. И без медиков уже не обойтись. На выезде первая дежурная бригада. Вот уже полгода в ней работает молодой специалист, фельдшер Максим Михайлов. С детства прививали любовь к медицине. Люблю помогать людям. И с детства мечтал стать врачом. Для того, чтобы мечта стала реальностью, после школы Максим поступил в Чебоксарское медицинское училище. Окончив его, пришел работать в цивильскую подстанцию скорой помощи. Работа на скорой помощи, она сложна морально, физически, но я в своем выборе ни чуточку не пожалел, потому что после сдачи каждой смены уходишь с работы с чувством выполненного не только профессионального, но и гражданского долга. Молодые специалисты должны отработать на местах 5 лет. Таковы условия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В качестве материальной поддержки они получают 1 500 000 рублей соответственно. Максим Михайлов свои деньги еще не использовал, но обещает, что потратит их с умом. Также с прошлого года для участников программы «Земский фельдшер» были сняты все возрастные ограничения. Программа «Земский фельдшер» и «Земский доктор» существенно улучшают вопросы кадрового обеспечения на местах. За 2 года принято на работу 4 доктора и 16 фельдшеров. В том числе и благодаря программе «Земский фельдшер» принято 8 специалистов и программе «Земский доктор» 1 специалист. Благодаря этим программам и в Цивильской районной больнице появились новые кадры. Пришло очень много врачей узких специальностей. Это врач клинико-диагностической лаборатории, врач функциональной диагностики, который штучные единицы, экземпляры, врачи общей практики, врачи-педиатры, то есть первичное звено. По программе «Земский фельдшер» мы трудоустроили в прошлом году 2 фельдшера на фельдшерско-акушерские пункты. Напомним, что программа «Земский фельдшер» стартовала в 2018 году. За это время в районные ФАПы и подстанции скорой медицинской помощи трудоустроились 63 специалиста. Лидерами в этом плане стали Канашский, Батыревский и Чебоксарский районы. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.